Всем привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы с вами будем делать обзор на палетку Love Generation. Она называется I See It, I Like It, I Got It, I Want It. Я, к сожалению, не знаю, как она переводится, но скажу, что я заказывала ее в Литуаль доставкой. Доставка длилась с 8 мая по 23 мая. Это считается сколько дней? 15. 2 недели. Я уже не надеялась, что я ее получу, но в какой-то момент она приехала. Кот! Она приехала целая и невредимая. Сзади тут написано очень мелким шрифтом. И я такая, когда она распаковывала прям на кассе в Литуале, я такая пытаюсь найти, где здесь дата. Здесь даты не нашла. Подошла консультантша, говорю, вы можете помочь? Найдите, пожалуйста, срок годности, ну, срок изготовления. Она стояла минут 5 и такая тоже говорит, я не знаю, тут нету срока годности. Она сказала, что у сухих продуктов очень большой срок годности, и вот это все чисто формальность, но я в это не верю, то есть я как бы срок годности подошел, лучше не использовать. И потом я сказала Максиму, Максим, может, у тебя получится найти дату изготовления? Он тоже минут 5, наверное, стоял и нашел вот здесь. В общем, если вы купите себе палетку Love Generation, и вам обязательно важно найти срок изготовления, то ищите ее внизу. Здесь этого не будет. Когда-нибудь мы с вами придем к тому, что я буду делать тон, консилер, контуринг, румяна, но пока что это не сегодняшний день. Для меня это как будто новый уровень развития, господи, новый уровень эволюции или еще что-то такое, то есть это как будто что-то прям посерьезки для меня. Я так чисто тенюшками балуюсь. Реснички. Не знаю, почему-то в моей голове это воспринимается как что-то серьезное, да. Палетка выглядит вот так. Она из такого дешевого пластика. Оттенки нюдовые. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 матовых оттенков и 1, 2, 3, 3 глиттера. Ну, сияшки. Давайте с вами засвотчим. По запаху пахнет мятной жвачкой. Готовим руку. Вот этот оттенок больше какой-то нежно-коралловый, нежно-персиковый. Вот это очень красивый цвет. В палетке он совершенно другим выглядит. Вот смотрю я на все свотчи. И, честно скажу, я офигеваю. Во-первых, с того, что рукав испачкала. А во-вторых, они такие красивые, они такие яркие. Все сияшки обалденные. Насчет матовых оттенков, конечно, есть один вот этот цвет, который вообще почти практически не заметен. Но все остальные очень яркие, пигментированные, мне нравятся. Вот этот оттенок больше какой-то фиолетоватый, холодный такой фиолетовый цвет. Давайте с вами начнем тестить. Я специально не буду наносить базу, чтобы проверить все, так сказать, официально. На пигментацию, чисто на веко, на голое веко. Так. Надо подумать. Дайте мне подумать сейчас. Давайте наберем вот этот рыжий оттенок. Господи, зеркала-то здесь нету, а я по привычке в зеркало хочу смотреться. Давайте возьму зеркало из другой палетки. Такого рыжего оттенка у меня еще не было. Это пока что первый мой оттенок. У меня еще кисточка полусырая. Я потому что ее мыла. Давайте растушуем. Пигментация достаточно хорошая, мне нравится. Такая мягкая тушевка получается. Давайте теперь растушуем его вот с этим оттенком.
Блин, у меня такое чувство, как будто я переборщила немножко. Давайте на нижнее веко вот этот темный оттенок нанесем и красиво растушуем. Давайте пофиг вот этим фиолетовым оттенком в уголок вот так. Я творю здесь. Надо же по максимуму использовать все оттенки. Давайте теперь красивую белую сияшку во внутренний уголок глаза добавим. Теперь вот эту сияшку на все подвижное веко добавим. Давайте теперь красивые стрелки нарисую. Может, что-нибудь еще придумаю новое. Я придумала такую штуку. Здесь же фиолетовая дуга такая, и стрелка у меня разветвляется и идет к этой дуге фиолетовой. Давайте пока расскажу вам, что происходит в моей жизни. Вообще, я в последнее время что-то и мало снимаю, и в Телеграм ничего не выкладываю толком. Что у меня происходит? И самого главного, отключили горячую воду. И мне приходится теперь каждый раз кипятить воду. Я даже видосы с макияжами не снимаю, потому что мне потом лень все смывать. Представляете? Будем ждать наступления чуда, наступления горячей воды. А это еще где-то полторы недели. Потом все так же, зарплата как пришла, так и ушла, денег не осталось, все на кредиты раздали. Потом то на квартиру, то еще что-то. Блин, вообще. Масло вон меняли недавно. 3500 ушло. Это экстренно вообще было не запланировано. Вот это все мероприятие. Потому что мы профукали. Мы, в общем, ну я рассказывала в телеграм-канале, что мы заливали дизельное масло для машины. Для обычной машины. Потом, как узнали, сразу в экстренном порядке поехали покупать новое масло, менять. Слава богу, мы нашли организацию, где при покупке масла замена бесплатна. То есть мы заплатили чисто за масло, за расходники наподобие фильтра воздушного какого-то там. Я в этом не разбираюсь. А до этого, в ноябре месяце, полгода назад, мы меняли масло. Мы, во-первых... Это было через родственников, через знакомых, по доброте душевной, по связям. Мы заплатили за масло 2000, за фильтр 600 рублей и дополнительно этому чуваку 2500. Представляете? То есть мы потратили на все это мероприятие 5000. В тот момент, когда недавно мы заплатили всего 3500, вы представляете? То есть нас наебали свои же люди, в кавычках. Отсюда вывод, блядь, вообще лучше не стоит через связи что-либо делать. Нам еще это впаривали с тем смыслом, что ну я же по родственным связям, я тебе еще скидку сделала, блядь. Оказывается, не скидку они нам сделали, а наебали по доброте душевной. Ну как? Вот этот карандаш, кстати, не прям так сильно пигментированный. Париса больше мне нравилась. Я хочу теперь Парису обратно вернуть. Еще, кстати, насчет машины. Меня эта машина уже так заколебала, честное слово. Мы в нее каждый месяц 1000 по 10, наверное, вкладываем. То масло, то еще что-то, Мне хочется просто ее уже в конце концов отдать маме и сказать все. Это геморрой больше не мой. Забираю ее обратно. Ну, эта машина не моя, это машина моей мамы.
и она еще пока в кредите. Я сейчас на таком моменте, что я принимаю серьезное решение по поводу мамы, и мне вот уже не хочется, честно, ее машиной пользоваться. Как будто это какой-то геморрой. Я с Максимом этот момент обсудила, он меня поддерживает, и он уже начал искать машины, которые мы могли бы сами купить, там четверку, чипырку, девятку, господи, приору мы, конечно же, не потянем, какие-нибудь машины до 200 тысяч, а приора у нас больше 200 тысяч стоит. Даже если так, допустим, мы вот сейчас в июне отдадим эту машину, купим новую в кредит, допустим, потом надо будет в нее еще очень много денег вложить. Также страховка 1020 будет стоить. Сейчас просто не вариант покупать свою машину отдельную. Лучше поездить на автобусе на работу, чем каждый месяц 5-10 тысяч вкладываться в машину. Блин. Даже на такси, мне кажется, будет дешевле, чем в своей собственной машине ездить. Сюда как будто напрашиваются брови, но у меня ничего для бровей нету. Еще я так очень сильно хочу купить свет. Сейчас вот, кстати, я красиво выставила освещение, но я хочу купить профессиональный свет, который от Godox. Сама тушка стоит 1012 и софтбокс 1005. Но еще к этому нужен профессиональный штатив, который не такой китайский из пластика, как который у меня сейчас, а который такой тяжелый, массивный, из металла, потому что сама пушка, наверное, 2-3 килограмма будет весить. Плюс еще софтбокс со спицами тоже, наверное, 2 килограмма, наверное, будет весить. И то есть такой профессиональный штатив будет стоить 3 тысячи, наверное. То есть на профессиональный свет плюс-минус в общей сумме 1020 должно уйти. У меня еще так много всяких хотелок. Микрофоны за 16 тысяч, камера профессиональная до 100 тысяч, наверное, еще, наверное, софтбоксы всякие, светы, нормальный фон еще побольше. То есть у меня вообще, знаете, губа не дура, я прям горю вот этим всем, но где взять деньги, без понятия. На работе еще такая херня, что на работе уволили человека, который занимается, ну, плюс-минус работой, которая идет после моей работы, то есть по упаковке конструктор. Вот. Человека этого нет, этого человека уволили 2 или 3 месяца назад, и вся часть его работы перешла на меня. Но не только на меня, еще на нескольких людей. И вы понимаете, что мы настолько хорошо делаем его работу за бесплатно, нам за это не платят, что начальство решило и не искать упаковщика, вы представляете? То есть объявление, что нужен конструктор по упаковке, висело где-то 1-1.5 месяца, а потом его удалили. И я с этого тоже охуеваю, то есть я бесплатно делаю чужую работу, да? То есть вот так вот вы заговорили, да? Сегодня пришла женщина, которая занимается HR, как это называется, то есть она нанимает сотрудников на работу. Она такая в шутку говорит: здравствуйте, что-нибудь хотите от меня там, какие-нибудь приказы или еще что-нибудь подписать, вот. Я говорю: мы хотим конструктору по упаковке. А она сказала, что меня заставили удалить это объявление, что мы не ищем работника на это место. И я с этого, честно говоря, в ахуе. То есть вообще такое отношение какое-то потребительское. Зато сэкономим деньги, никому платить не будем. Я еще с этого охуеваю, потому что мне такое отношение не нравится. Да, мне платят нормальную зарплату, но давайте тогда вы еще будете платить ту зарплату, которую вы платили тому человеку, который был на том месте.
То есть давайте вы будете делить его зарплату на всех нас, которые делают его работу. А нет, так никто не делает. Я еще тоже думаю по поводу работы. Стоит ли оставаться там, где мой труд не ценится вообще? Давайте накрашу карандашом губы Vivienne Sabo, 103 оттенок. Дальше прокрасим губы муссом Диодалия, какой-нибудь яркий, красивый, сочный цвет. Получился такой какой-то вечерний макияж, такой больше в кирпично какие-то рыжеватые тона. Мне, правда, очень нравится. Еще бы укладочку какую-нибудь красивую сделать. Так, у меня цепочка съехала. Если вам понравился макияж, пожалуйста, оставьте комментарий. Поставьте лайк. Если вам интересна моя жизнь, можете переходить в телеграм-канал. Там я сейчас очень редко, конечно, пощу. Ладно, оставляю посты. Также можете донатить мне. Я уже не начинающий блогер. Я все-таки уже почти год скоро снимаю. Поэтому я уже прям такой твердый блогер. Когда я говорю, что я начинающий блогер, как будто бы ответственность снимаю немножко. То есть, когда я говорю, что я уже полноценный блогер, то как будто бы немножко тяжело сказать, взять такую ответственность на себя, но я беру. Все, я полноценный блогер. Пожалуйста, если вам что-то не нравится, тоже можете писать, если вы мой хейтер. Всех люблю, всех целую, скучаю очень сильно. Всем хорошего дня, вечера, приятного аппетита, если вы едите или пьете чай. Все. Пока-пока.